Братишки Бладистанции, ну что, ваши любимые эрекции, так сказать. Но и сегодня мы в гостях у Джуса. Я думаю, вы уже в курсе про этого человека, потому что уже много реакций сделано, и вы знаете, что уровень очень жесткий. Реально уже конкурирует с Артяшкой, так сказать, в полную ногу. В общем, друзья мои, сегодня мы смотрим World of Snacks приколы, 49-й выпуск, баги, приколы, смешные моменты, лайк! Сразу в начале по бладистанской традиции. Бери себе покушать, братец! Бери чайоку и, так сказать, погнали подымать настрой. Думаю, в этот раз опять какую-то пушечку, знаешь, такую чисто лютую понамонтировал. Ох уж этот Джуз, блин. В бою! Вали его! Получи-ка! На тебе борщ! Ах, блядь! Огонь! Нихера себе, сталкер, который играет в танки. Бля, вот это кайф. Чисто сразу нотка ностальжи. Блин, недавно смотрел новые фото из игры Сталкер 2. Господи, боже мой. Когда? Просто когда. Пострадывать Мейлору, вот отлично. Пароль Кверти, отлично, ребят. Я же, бля. Награда ветеринара, бля. Юридически надо пострадывать. Ля, какая. В общем, как-то вот так. Вообще, похуй. Я, ну чё, подформил немного. Кого? Не понял. А чё, реально продать нельзя? Десептиконы. Выжмешь и поехали. Гашку дашь. Слушай, десептиконы, которые атакуют Кибербулли последний раз в Вергейминг, даже сюда попали. Которые в последнее время. Они уже и в видосе у Джуса засветились. Понятно, везде уже лезут. То топусом интервью теперь здесь. Чё, родной лёча? Давай, развлекайся. Ещё делай чё по кайфу, родной. Ага. Ну, вариант имеется и такой. В моменте, братики, варианты, такое имеет место быть. О, ля-ля-ля-ля-ля. Ты чё тут, блядь, горбушки делаешь, ай? Нормально он его проутюжил. Прошу, помогите мне. Ты чё тут делаешь, ай? Бля, да ладно, они чё, не помоги, могут его оттуда вытянуть, что ли? Во, другое дело. Гасу! Бля, ты поехал не туда. Брат, линия огня в другой стороне. Нихера. Нихера. Слышишь, что самое чувство, когда скилл-тесты из GTA Online перекочевали уже в World of Tanks? Они даже здесь это сделали. То же самое чувство, когда у Wargaming нету возможности, чтобы игроки сами карты делали, да? Но это никого не останавливает. Скилл-тесты теперь и World of Tanks, ребят. Еб твою мать, он же дизайн сидящий, вот и целыми сутками сидеть и вот эти заезды искать. Знаешь, как будто конвейер какой-то. Конвейер? Знаете, как я бы назвал этот конвейер? Не знаете, да? Этот конвейер явно назывался бы «Смысла нет». Сингбаузес, бро. Рилток in his beach, брат. Сейчас охренеете, что этот пацан исполняет. Ой, ну давай. Хороший, брат. Умеешь, могёшь, родной. Эй, красавцы! Готовьте попки. Не делай это, мать! Ой, бля, да ну нахуй! А, так это, бля, в бою! Еще и забрался им реально в корму. Нихера ты поклажал! Бля, чисто! Welcome to the club, buddy. Свой район бегов. Эта музычка, я сразу вспоминаю вот этих типов в огне, которые с пивандеполом по всему, по всей Ниве, короче, болтались. Помните этот видос? Это ж на Ниве, да, они были? Или на Вазике? Иди сюда, бля. Может, не, на Вазике, наверное. Помните вот этот чувак? Сюда иди. Пивандополы сзади сидел и... Сюда иди. Это ж Вазик был или Нива? Охера... О, лёгкий абордон взял. Лёгкий, ты что, ты шо, бык? Ты шо, бык? Лё, он ему на лицо сел. Не слабо, слышишь, он ему на чердачело присел.
А, да? Ну, получается... Получается заслуженная. Вообще, похуй. Заслуженная награда, ребят. Заслуженно отдыхает. Заслуженный отпуск, заслуженные награды. Нихера. Тупо спецоперация по спасению ветеринара World of Tanks. За сколько его давали полтоса, пацаны? За 4 года, по-моему, да? 4 лет? Поправьте в комментариях, если что. Бля, обидно, наверное. Он реально так старался и потел, а в итоге на пожаротушение сел. Не, ну слушай, чуваку респект реально. Уважаю таких, которые все-таки не забивают хер, не проходят мимо. Не проходят мимо и помогают реально красавчики. Вам респект, чуваки, вам пожизненный лайк. Пожизненный лайк, как приговариваетесь. Ну, твою мать. Ебани, конечно. Минимальный урон, Ебани влияние ворвались. Практически никакое. Практически никакое. Реально. Реально тупо ноль. О, нихера, я собрал джекпот, ля. Зачем она нужна? Вот это третья. Для того, чтобы разнообразить геймплей. Около нуля, ребят. Надо... Я каждый раз, ребят, сталкиваюсь с этим невлиянием, на самом деле. Серьезного боевое прохождение World of Tanks. Ребят, серьезно отсутствует, так сказать, в моменте. Было бы прикольно, если бы он еще ББХ зарядил и ББХ его отстимолил бы. Блин, жаль, он ББшку не зарядил, это было бы реально прикольно. Просто в лобешне обоссать его ББХ, вот этого многокнопочного дырочка. Косарь 300 на танкованного. Я на тяже сколько не танкую, дядя. Давай, давай, чё ты? Нихера. Нихера. Чоп, давай. Ля, один прогибит и габит, бля. Сейчас смотри, Терюх, смотри. А теперь в корму еще присунуть. Блин, жаль, не показали, он же ему явно присунул в корму. Или это уже будет на другом сайте, да? Это вертолет. Это вертолет. Это лавандок. Но, слушай, братик, надо немножко пострадовать. Я ты циркач, конечно. Раскрутился и дальше поехал. Ну, вылезай, я думал, я тебя покой не оставлю. Я ж тебя найду, блядь. 20. Ооо, нихера. А как? Просто в ноль, он не сбил захват. Просто в ноль. Причем, по-моему, да, он же не в орудие. Не, он не в орудие. Просто в маску, походу, в ноль, да? Не слабый хер такой, слышишь, на защекане везучий чел. Бля, как вам так везет меня? Это ББХ до сих пор на любом танке в нули врвет. Как вы так можете? Портажок меня. Реально в ноль бабаха, это что за покемоны? Просто два раза в ноль, дядя, как? Куда вы им целите? Почему я получаю на 800, как и раньше? Постоянно, каждой тычкой. Ля ты ниц, бля. Бля. Это такая херня, блин, что за дебил? Просто сверху прилетел такой, бля, щенок. Отодвинулся, бля. Поставил на ноги, так сказать, и пошел своей дорогой сталкер. Ай, бля! Прошу, помогите мне! Встретились Е50М и Т-44, а пострадал Т-10. Бля, я забыл, забыли, бля. Бля, просто... Помог, блядь. Чем ты мне напомнил, блядь? Ничем ты мне не напомнил. Господи, блядь, команда Д. Давай. Мы лохом забили, блядь. Я там, вот он сейчас еще и утонет, да?
по этому мосту еду, я сначала всех пропускаю. Бля, пацаны, ну, я хочу вытащить туда бревно. Бля, давай, отсюда давай. Достать вообще жестко. Дай занырну еще раз. Можете у Корбина спросить, ребят, он подтвердит. На этой карте с моста, если падаешь, то уже видно. Спросите у Корбина, как Эрленберг же карта называется, по-моему, да? Если что, поправьте в комментах. Как на Эрленберге с моста правильно прыгать? Бля. Чисто беды. Ну, народ, скажите мне, что самое главное в танке? Пушка. Ответ неправильный. Броня. Муйня. Ответ неправильный. Эх, салабоны, вы салабоны. Самое главное в танке — это не усраться. Что ты даешь-то? Ай, Джоус. Не паникуй, братанки, меня доктор что надо. На ноги тебе сейчас поставлю, не вопрос. Мастер, вот это как медом помазал. Охренеть. Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? Ах ты ж, блин. Скотина, отвали! Иди ты нахрен с разговорами. Кранты вам все. Короче, вы поняли, что он сделал? Если вы не поняли, что сделал Джуз, он взял, заморочился и в 3D-программке взял модельки из игры Сталкер, взял анимацию из игры Сталкер, взял танчик из, закинул это все и вот взял целую отдельную комнату, как я понимаю, в 3D-программе, сделал эту комнату, сюда закинул этих чуваков, сюда поставил этот танк, еще точно так же он сделал это в начале ролика. Ёб твою мать, посмотрите, вот это все, опять же, он сделал в 3D-программке. А, вот, все эти фигурки из игры подоставал, а, вот танчики поставил и Бош, вот эту всю анимацию сделал. Огонь! То есть вы понимаете, насколько он заморочился? Он отдельную комнату сделал в программе, поподсасывал модельки, текстурки из игры и закинул нет, сюда это танк. Это не усраться. Что ты даешь? Нет, Джуз, это, конечно, он капитально заморочился здесь. Вы, ну, просто представьте себе, да, вытащить модельки из одной игры, добавить сюда танк, это все сделать, чтобы это все было, чтобы была геометрия у танка, да, чтобы он на вот этих коленях все-таки был на каком-то объекте. Вы понимаете, насколько это заморочено, чуваки? А это всего лишь видосик на ютубчике. Блин, насыпьте лайку Джузу, ссылочка в описании. Реально круто. Куда второй лайк ставить? Еще и ностальгия по Сталкеру. А как же пробивает? Как же я жду Сталкер 2? Господи, боже мой. Братики, надеюсь, вы кайфанули. Надеюсь, настроение вам подняло, потому что, ну, все-таки, ну, балдеж, балдеж. Джуз реально качество очень сильно задрал. Вот. Поэтому огромное спасибо за просмотр. Лайкосик подзавози, братик. Подписочку оформляй. Бе-бе.